дівчина з дуже цікавими поворотами долі. Тривалий час Юліана пропрацювала медсестрою в Харкові. Ну, я вмію робити всі види ін'єкції. Та внутрівенні, внутрімишечні, внутрікожні, підкожні. Також внутрівенно-капельні. Клізми, всі види клізм і так далі. Виконуючи найважчу і найбрудніше роботу і санітарки, і медсестри, Юліана дедалі частіше стала замислюватися про зміну професії. Ну, звісно, коли, допустим, я везу больного, да, там, или тащу труп, да, там, вот, з групами сестер таких же тоненьких, як я. І, звісно, я думаю, блін, а мені би зараз вот не трупи таскати, а вот петь на сцені. Юліана не знайшла іншого виходу, як використати свої природні дані і стати стриптизеркою. Я дуже довго привикала, але потім все, я поняла, що я мав себе показати і в цій професії, в принципі. Сьогодні дівчина серед найкращих і найдорожчих танцівниць, які роздягаються російської столиці. Юлячка, скажи, пожалуйста, твоя работа позволяет тебе полностью саму себя обеспечивать? Да, позволяет. Ну а сколько ты можешь заработать, допустим, за одну ночь? $4000. Ну это нехило. Так повезло. Как ты понимаешь, сегодня тебе за выступление никто не заплатит, но я желаю, чтобы тебя очень правильно оценили. Удачи! Здравствуйте, Юлиана. Но у вас действительно сложный жизненный путь. Сначала вы были медсестрой, правильно? Да. А потом ушли в стриптизерш. Да. А было такое, что вот во время исполнения танца, ну, на работе, были, так сказать, ну, производственные проблемы? Падали в обморок мужики? Первый раз я упала, да, когда Серьезно? Уже я стала более профессиональная, тогда у мужчин, да, Они стали падать. Сердцем проблемы. Но да. Это же удобно, вы им, наверное, всегда можете первую медицинскую помощь оказать. Ну, им, да, им удобно, наверное. Что будете петь? Песню Натали «О боже, какой мужчина». Ну, естественно. Юлиана Сергеевна, хотите Виагру? Конечно, очень хочу. Тогда пойте. Не хватит всех на свете нежных слов, чтобы описать мою любовь. И по ночам не плакать по мелочам. Ты как бремя лечишь мою печаль. Знаю я, любовь моя взаимна. Женщина прекрасна, когда любима. Ты волшебный из другой планеты. Джонни Депп и Брэд Питт в одном флаконе, как самый лучший ты записан в телефоне. И ты волшебный и другой планеты. Я на все вопросы тебе нашла ответы. Я боюсь, представишь, что здесь черпает. О боже, какой мужчина. Боже, какой мужчина! О боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына, и я хочу от тебя дочку, и дочка, и дочка. Спасибо. Заинтриговали вы некоторых членов нашего жюри. Ну что, я даже не знаю, попросим, ну, может быть, как-то или вам комфортно в этом, или гардероб. Как-то. Не очень жарко, да? Нам комфортно в этом, я понял. А песню-то вы почему вот такую выбрали? Вы знаете, на самом деле, это самая любимая песня моей девушки. Ага. А как ты вообще относишься к ее профессии? Ну, поначалу, конечно, меня это немножко сводило с ума, а сейчас я уже поняла, что она все равно со мной. Вы считаете, Виагра должна быть бисексуальной группой? Я считаю, да, чтобы завоевать аудиторию и женскую, и мужскую, понимаете, прям вот максимально.
Я очень хотела внести коррективы, чтобы было... Я бы хотел вмешаться. Вот, вот интересно. Так сказать, слушая вас, хочется предложить вас стать моим сопродюсером. Просто. Ну вы спросили, я ответила свое желание. Именно желание. Давайте приступим к разговору по существу. В принципе, я никогда не интересовался, когда брал девушек на работу, ориентацией, взглядами религиозными и прочими, и прочими. Меня всегда интересовали музыкальность, внешность и талант. Я давненько не был в таком затруднительном положении вот в нашей программе. Понимаете, какая штука? С внешностью у вас все хорошо, очень спасибо. Хорошо. Костюм эффектный, вернее, его отсутствие. И вы раскованы. То вам нужно все-таки больше подналечь на музыкальность. Нужно подготовиться лучше и вокально, и в выборе песни, потому что песня должна быть более вокалистической. Для того, чтобы удивить жюри вот именно в этой области. Лучше всего только в этой, да? Ну, сложный выбор у меня, сложный. Давайте я вас пропущу на свой страх и риск во второй тур. Желаю вам удачи. Спасибо. В музыке и в личной жизни. Мы вас поздравляем. Абсолютно неожиданный ответ Константина Меладзе проводит вас во второй тур. Помните, удивлять нужно только вокалом. Я такая активненькая. Я думала, сейчас прям приват на столе у тебя. Активная и не глупая. Костянтин Меладзе неодноразово казав, що минуле дівчат його мало цікавить. Та чи вистачить Юліані таланту потрапити в сам гурт «Віагра»? Я так понимаю, что вот находиться в таком полуобнаженном виде для тебя нормально, и ты не стесняешься так стоять. Знаете, да, бывает забываю одеться, а раздеться для меня привычно. Иногда все-таки девушке для того, чтобы быть сексуальной, не обязательно раздеваться, поэтому надеюсь, что во втором туре ты будешь брать совершенно другими вещами. Договорились? Да, хорошо, спасибо. Я постараюсь. Чи прислухається Юліана до поради Віри бути скромнішою?